Размывает вода весной с реки? Ну, бывало, что типа вот этот мост затапливало. Угу. А сюда не доходило. Не доходило? То есть дорога, в принципе, в нормальном состоянии? Ну, относительно? Ну, относительно, да. Ну, говорю, вот этой шуберкой, когда засыпали, так, по-моему, хуже стало. Угу. А там, говорят, в другом месте еще щепой засыпали ее же, да, эту дорогу? Да чуть дальше вот туда. Щепой, не помню. Угу. Вот когда лесокомбинат работал, так все сыпали, на дорогу валили. Щепой, реки там, и коровы. На дорогу не размывает, да? Не подмывает рекой? Ну, так нет. Сейчас таких наводнений-то нет. Вот раньше когда-то и бывало, что действительно там в 50-х годах тут на лодках плавали по поселку, а сейчас... Угу.